опять же. Хотя у него это получится, мне кажется. А Сларка куда? Что вообще делает МВП? Это получается Джиггернаут как саппорт через леса. F18 плюс просто. Сейчас будет. Но есть такое подозрение, что... МВП захотели на себя заработать или как? По-другому я не вижу. Сларк, Сларк, Сларк. Да. Просто нету слов. Ладно, основной рейтинг, команда MVP Phoenix, MVP Phoenix, Q играет у нас на Сларке, Фурей играет на Faceless Void, Хен играет у нас на Shadow Shaman, Ryzen играет у нас на Juggernaut, March играет у нас на Razure. Сторона Dire, команда Johnny's Revenge, Winter на Tidehunter. Джонни играет у нас на Врайскинге, Полосан играет у нас на Death Profit, Чибикс играет на Миране и на Эштапаришине играет у нас Шарки. Так, ну что же, смог выход команды GR. Опять же, в чужие леса заходит у нас Дайра. Опять же, будут устанавливать варды, вряд ли они кого-то тут поймают. Да, просто все расходятся подальше отсюда. Подальше от этого места. Интересный меч, кстати говоря. Ну, как, блин, даггер выглядит, если честно. Если, подожди, не двигайся. Серьезно. Копия блин даггера, только нужно его развернуть в другую сторону и перекрасить в синий. Так, звучит у нас гонка. Ну что же, поехали смотреть, что у нас будет происходить в этой игре. Ну, надеюсь, это хоть не в салат будет. А кто будет фармить здесь? Кто мне может сказать? Марч, что ли? Просто два одинаковых закупа. Ну окей. Ладно. Проехали. Проехали. Ну, видим, уже с первых минут напрягают у нас полоса на Death Profit сложной линии. Ой, на мидл-лейне, точнее. Да, подходит у нас Shadow Shaman. Разряжает. Шокер. Или как там? Эзершок. Таким вот образом постоянно будет, наверное, мешать. Death Profit. Сверху Faceless Void и Winter. Тут, я думаю, без шансов для Faceless Void. Так как, конечно же, сейчас дэмэдж будет очень-очень серьезно резать. Ему Tidehunter. Так, ну а тут-то выход-то... Что это вообще такое? Джиггернаут, успокойся. Ну тут, как я понимаю, фармит Разор. А Джиггернаут просто на хлопе. Блейд Фьюри имеет. Ну, сбивает сальву. Жесть. Просто жесть. Ну... ну, Faceless Void, сколько у него крипов? Три крипа, у Винтера 5-5. Понимаем, где тут такого преимущества. Пошла атака за Эштапарейшеном. Блэйд Фьюри раскручивается. Шарки. Шарки бежит, 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 бежит. ФП. ФП, точнее, происходит у нас вообще на мидлейне. Но один один у нас со счет. Все-таки разминались тут ребята.
И норм. И норм. Так, четвертый левел Death Prophet, третий левел у нас Сларк. Shadow Shaman вообще первого левела. Доигрался, по-моему, на мидлейне. С кем не бывает. I will not forget this. Так, наверх приходит у нас Shadow Shaman, но сейчас что будет делать он? Просто с руки начинает бить Винтера, который немножко назад отходит. Ну, по-моему, Винтеру ничего не страшно. Вторая пассивка. Сейчас все будет поглощать просто, все, что он видит. Поэтому ничего такого интересного не будет. Так, ну 70 дэм жухал тут разор, второй статик ринг. Сейчас нормально будет контролить крипов наконец-то. Появляется такая возможность у него. Ну и что же, на мидлейне. По крипстату пока что лидирует у нас Сларк, так как понимаем, что вначале постоянно напрягал Shadow Shaman. Death Prophet. Но тут есть Rise King, который тоже по первого левела. Готов тоже выходить на Сларка. Ну, смотрю я так, вроде бы как держит, а пока что у нас МВП Феникс, хотя тут Марч Луэт Арроу, полстолба он просел, но держится. Пока что держится, каких-то глупых вещей не делают, меня это пока что радует. Так, Сларк. Третий пунч. Первый Дарк Пакт. Окей, тут у нас дальше драка происходит. Минус разор, кстати говоря. И Райзен-то может нарезать-то Мирану хотя бы. Нет, Миран отрывается с Альвой. Хороший Вортекс положил у нас в Шарке. Ну и Райзен тоже погибает. 3-1. Началось. По-другому не скажешь это. Просто началось. Пятый левел, Тайт Хантера почти шестой. Сейчас бы получил бы шестой, был бы ревейдж, и там бы Габелла бы настала Фейслес Войду. В таком случае. Ну, сейчас одного крипа должен добить сейчас. Да, есть шестой. И ревейдж в кастуи. Ну. Ну. Не сегодня. Так, тарканы есть уж, кстати говоря, у Тайтхантера. Что же касается Faceless Void, Фурманшилд тапок. Не очень хорошо. 15 крипов Faceless Void, у Тайтхантера 27. Доминация на линии, как видим. От Винтера. Что у нас тут на мидл линии? А, у нас погоня, кстати говоря. Фу, я думаю, что тут делают вообще ребята. Хорош. Нашел выход из ситуации и биться об тавер. Хотя это лучше. Это, с одной стороны, лучше, то есть деньги делятся на двоих, а не одному все достается. С одной стороны, это да. Там может быть. Так. Интересно, такая раскачка. Death Prophet. Прокачала на один Silence. Ну и два пассивочка. Разор. Пятый левел. Тут же есть у нас и такой товарищ, как Faceless Void с шестым левелом. Купол же есть. Я думал, сейчас золотой купол поставит у нас 4F, но, к сожалению, такого у нас не произошло. К счастью, скажем так. Было бы, конечно, забавно на это посмотреть, но тут находилось три игрока. Мирану ловила три игрока. Окей.
Так, ну набрасываются на Т1 Тауэр. Тут ребята из команды МВП Феникс. Наконец-то мы увидим, что такое интересное в исполнении этой команды. Не просто какой-то фидон, который они любят делать. Приходит сюда еще и пятый игрок. Дима следует принципу умирать так вместе. Ароу. Тогда крипа за двумя закончил. Шла это все дело. Ну и тут-то Винтера что-то высосали. У нас 28 дэмэдж, что-то очень мало. А, ну второй статик линк. Понятно все. Все ясно, все понятно. Джиггернаут, пятый левел, нет ультимейта. Тем временем тут у нас набрасывается Сларк на Чевикса. Спасается Бексом. Отсюда два Мирана. Оп-оп-оп. Блочит на Джиггернаута. Джиггернаут, по-моему, встрял. Ну, Блейд Фьюри поможет там на несколько секунд. Но сейчас он точно умрет. В общем, пытается мансовать. Ай-яй-яй-яй. Почти. 4-3. Становится счет. Ну, это, я бы сказал, бы веселее немножко игра. Хотя бы тут фраги с одной и с другой стороны у нас происходят. Хотя так круто. Сларк видим с ПТ. Дальше вроде бы как Вангвард какой-то ожидает его. Кто же тут Фрайскинг? Фрайскинг пятый левел, третий станчик. В один вкачана аура. Заканчивается инвиз. О, полетел станчик Марча. А зачем? А зачем? Ну, тут есть Винтер. Тут есть Винтер. Тут есть аппарат. Аппарат, к сожалению, у нас четвертый левел. Был бы шестой, была бы грязь. Но прилетает у нас... Faceless Void. Минус один аппарат. Дальше что Винтер навязывает свою драку. Сайленс хороший. Faceless Void умрет или нет? Да, умирает Faceless Void. Хороший Blade Fury от Джиггернаута. 2-1 размен. 2-2 размен. Хороший Сайленс опять же ложит на Death Profit, но это ее не спасает. 3-2. Бегает отсюда у нас Чибикс. Ну, ультимейт от Сларка и готово. Чибикс сюда. Минус 5. От команды МВП Феникс. Зафидонили. Просто зафидонили. Сейчас ЖР, потому что, ну, пищу ловят еще раз шарки. Габбо. 54 убийства с этого клинка имеет у нас Сларк. Да просили меня просто показать. Так, проблемы начинаются у Rise King'а, кстати. Оп-оп, манцы-манцы. Потерялся в деревьях. Кстати говоря, уже второй игрок просто теряется в деревьях. Уже в матче сегодня. Ну, Dagger покупает себе у нас Ларк. Ну и МВП пока что уверенно это смотрятся. Можно так это назвать. Зацепили у нас Полоса на Полос. Зачем ты раскастовал экзорцизм? Непонятно. Ответа нету. Тысяча 500. Тайт Хантера. Совсем скоро появится пинг дайвер у него, и это будет очень отлично. Для команды GR, так как они могут уже начинать драки. Radiant's bottom tower is under attack. Которые могут быть фатальными для команды MVP Phoenix. Dire's middle tower is under attack. Так, опять на полосу нападают у нас товарищи. Через два ультимейта просто-напросто закрывает его.
И Бинкер приходит, имеется ревейдж, но пока что не дает. Ждет. И нажал красную кнопку. Ну, минус 3 уже от команды МВП. Я не знаю, тут можно отдаваться в таком случае. При такой-то игре. Чибикс бежит, умирает. Если это последний у нас Винтер, который убежит отсюда 100%. Не, ну это какой-то договорняк, мне кажется. По-другому это никак не скажешь. У МВП 4 керри, и они как-то тащат каким-то образом. При том, что начало игры вообще ничего не показывало. С МВП. Да. Так, мысль свой, да, появилась Морбит Масочка. Что у нас здесь? Шаду Шаман 1300 на руках, Сларк 1300 тоже на руках, Разор 1000 на руках, имеется Угрклаб, имеется Барабан, имеется ПТ, Джиггернаут Фейзы, Point Booster через конденсатор будет складываться, слаживаться, Тайт Хантер в стэше, Блинк Дайгер, Врайс Кинг, ПТ, Болт оф Стрэндж, Дэс Профит имеет Юлу уже. Аппарат-то 5-й левел, нужно его где-то 6-й нахоботить. Где-то, не знаю, своровать что ли у кого-то. Или что-то такого именно. Ару залетает, мы не рано видим драмы, видим Пэта, видим Базиль. Так, ну тут план перехват, вот команда МВП Феникс, начинается все. Сосладка. Ну блин. Как же это смешно. Настрай скинг, улетает полосан отсюда. И Чибикс тоже улетает с телепорта. Тем временем, Винтер. 2 секунды до ревейджа. Вряд ли будет это все юзаться тут. Да, минус у нас Шаду Шаман. Разор-то с ультимейта неплохо так подает подачи. И вот он ревейдж, который... Ходит по двоим всего лишь. 2 в 3. У нас размен. Дальше прыгают за Эштапарейш. Нам тоже погибает. И... Ну... Изи. Изи вин. Ну вот, ГГ пишет. Наконец-то у нас GR. Vital spy. Dire's middle tower is under it. Radiant victory. Ну и вторая игра в одни ворота просто летит.